Добрий вечір. В ефірі програма «Вечір», вечірні Чернігів. Ми працюємо, як завжди, в прямому ефірі. Також долучайтеся до нашої прямої трансляції на сторінці Facebook. Коли варто сподіватися на відкриття міської ковзанки, які монтажні роботи вже зроблені та яких умов повинні дотримуватися відвідувачі? Цьогоріч будемо говорити із директором комунального підприємства «Центральний парк культури та відпочинку» Володимир Хильченко в нашій студії. Вітаємо вас. Добрий вечір. Володимир Ігорович, рада надзвичайно вас бачити. Цілий рік ми вже не бачили, більше року ми не бачили з вами, то, напевно, є про що нам поговорити. Але розпочнемо з ковзанки. Тож, я так розумію, що термін, який ви визначали попередньо, це 19 грудня, ви планували відкрити на День Святого Миколая. Власне кажучи, монтажні роботи підходять до свого логічного завершення. Відкриєте завтра ковзанку? Я уверен в этом, що ми завтра, може бути, во второй половині дня відкриємо вже ковзанку. Це вже стало доброю традицією в нашому місті, що іменно на День Святого Миколая ми відкриваємо ковзанку. Угу. Ну, минулого року ми запалювали вогники на Красній площі головної ялинки міста, але цього року вона раніше трошки з'явилася, бачите як? К сожалению, да. Володимир Ігорович, а все ж таки розпочнемо з локації. Чому, власне, ковзанку ви перенесли до Центрального парку культури і відпочинку? Раніше вона була у нас на Красній площі. К огромному сожалению, вы же понимаете, что происходит у нас сейчас во всем мире. И Чернигов это не исключение. Идет достаточно серьезная вирусная инфекция. Поэтому, как бы, чтобы не было большого скопления людей, мы все-таки решили открыть эту ковзанку, но на территории Центрального парка, где как бы так, рассоединить тех людей, чтобы их не было в одном месте большого скопления. Яку территорию вы обрали для цього, відповідну локацию? Я так розумію, що вона була танцювальним майданчиком раніше, так? Да, можна сказати, старий танцювальний майданчик, який вже достатньо давно не використовувався. Mm-hmm. От ми там спробували розмістити ковзанку, і ви знаєте, в принципі, воно вийшло достатньо удачно. Ну, ми бачимо початковий етап монтажних робіт. 11 грудня наша знімальна група відвідувала Центральний парк культури і відпочинку. Зараз вже ситуація змінилася, там вже практично все завершено, так? Да, там уже, в принципе, как бы я честно скажу, очень сильно преобразилась эта площадка. Ну, я думаю, посетителям понравится. Почему? Потому что как бы в таком виде, ну, как бы я даже сам не помню, когда она у нас была. Она яркая, красивая, сейчас праздничная, оформлена. Ну, еще мы ее как бы так в дни еще ближе к Новому году еще больше оформим. Я думаю, ялиночку поставим, там будет красиво. Так, ну для того, щоб привести цю територію відповідний лад, потрібно було зробити багато роботи. Я думаю, які відповідні роботи підготовчі ви робили там для того, аби привести територію в порядок? Тому що вона ж, ну, танцювальний майданчик там був. Бог зна коли років, так? Треба ж її було підготувати. Ну, після цього там ще було катання на роликах, робили ми площадку для молоді, там, яка любить на скейтах кататися. Ну, це було дуже давно, вона вже зросла. В принципі, ми завжди планували на цій танцювальній площадці щось відкрити. І от, якби, от стала така ситуація, що в цьому році поступило предложення нам, чому ми самі обдумали, посмотрели і встановили каток там. І, в принципі, скажу так, що площадь этой площадки достаточно большая, и каток у нас получился даже немножко больше, чем он стоял на площади. То есть у него здесь полноценные размеры теперь есть. Яка площадь? Ну, 40 на 20, даже чуть больше, где-то 40 с половиной на 20, а на площади в прошлом году у нас он поместился 36 на 34 на 2, на 19 было у нас. Ну, сьогодні можна сказати, що, в принципі, роботи виконані там на 99%? Можна сказати на 99%, навіть на 99% можна сміло сказати, що 99% у нас роботи виконані. Ну, єдине, зараз вже, в принципі, каток вже готов к использованию, він вже у нас заліт, ну, осталось тільки привести в порядок внешній вид, щоб посетителям було комфортно. Тобто буде все там сверкать, мигать, так? Взагалі, підготовчий етап – це достатньо довгий, менше, ніж 3 тижні у нас як би не виходить, тому що сам процес установки катка – це достатньо складний процес. Тільки труб там порядка 8 кілометрів, навіть більше немножко. 8 кілометрів труби, яку треба рівномірно уложити. Розстояння між трубами має бути не більше 10 сантиметрів, щоб він мог добре заморожуватися. Ну, а взагалі, як би, площадка, танцювальна площадка для
для территории, именно для самого катка, она даже немножко, ну, надеюсь, вот посмотрим, как в эксплуатации будет, я думаю, будет лучше по одной простой причине, что нам не нужно было ее выравнивать, а там... Mm-hmm. Так как мы его равняли песком изначально, потом этот песок приходилось вывозить, то здесь у нас абсолютно ровная площадка, то есть на которой мы прямо размещали сами эти трубы. Зрозуміло. В принципі, я хотіла поговорити про охолоджувальну цю систему, яка там встановлена, так? Тобто, розкажіть, яким чином там буде вона працювати, щоб цей лід не розтав і був в нормальному стані. Ну, це обикновенна холодильна установка, яка мощний холодильний агрегат, який іменно використовується для заливки катків, ну, небольших розмірів, ну, як би подобного розміру. Він витримує температуру до плюс 10 градусів, но на улице, и за исключением, если нету прямых солнечных лучей. Прямые солнечные лучи, там гораздо выше температура, тогда он начинает немножко подтаивать. Ну, а так, в принципе, она абсолютно приспособлена. И холодильная установка, там есть жидкость, этиленгликоль, которая охлаждающая жидкость, которая охлаждается, охлаждается сам каток. Ну, сам процесс, конечно, достаточно сложный, потому что, как говорится, каток поставить, это не мебель переставить. Это идет определенный процесс. Сначала укладка труб, потом монтировка, потом все это состыковывается и продувается через компрессор, смотрит, чтобы не было нигде утечки и воздуха и все прочее. Когда только мы получаем полную герметизацию, мы готовы будем запускать жидкость. И опять же смотрим, как она идет, работает, и потом только начинаем заливку. Порывы какие-то відповідні были? Ну, конечно, были. Они всегда бывают. Без этого не бывает, потому что нам его приходится разбирать, потом собирать. Делаем, устанавливаем муфты и так далее. Там потом, то есть, в таком образом. Потом уже в конце концов, когда сам каток начинает заливаться, одновременно начинает делаться сама реконструкция, ну, сама площадка, благоустройство этого катка. Зрозуміло. Тобто я хотіла... Потому что там же є, как бы, и хозяйственная часть, которая должна быть не видна для посетителей. А там достаточно серьезный процесс, там как бы, целый механизм работы. Зрозуміло. Тобто я хотіла попередньо вас запитати відповідні погодні умови. У нас на вулиці плюсова температура на сьогоднішній момент. Вони ніяким чином не впливають на якість ковзанки. Буде все нормально, лід буде такий, як треба. Да, абсолютно. Але якщо буде світити сонце, ви сказали самі трошечки буде, так? Ну, це якщо плюс 10 і така устойчива, то вже ближе к весні таке у нас сонце, таке буде тепло, даже не ближе к весні, це март місяць, коли. Я думаю, що до марта місяця цей каток буде стояти, а то і, може бути, навіть більше до середини марта, може, до кінця марта. Тобто, в принципі, буде стояти, буде працювати. Володимир Григорович, ну, дивлячись на цю ситуацію, в якій ми зараз перебуваємо, це карантин, власне кажучи, яким чином буде працювати ковзанка, тобто які є відповідні вимоги для відвідувачів? Ну, во-первых, я скажу так, что как бы это, будем сказать, что, будем говорить о том, что этот каток находится на открытом воздухе. То есть условия здесь смягчения, то есть все люди, которые будут кататься на ковзанах, это на открытом воздухе. Второе, то есть как бы естественно должны все соблюдать средства безопасности, это маски, это чтобы была жидкость для омывания рук. И в принципе, что касается коньков, которые у нас есть, мы предоставляем в прокат, они у нас все, у нас сушки, две сушки, одну мы еще приобрели в прошлом году с инфракрасными лампами, то есть как бы она получается полная дезинфекция, поэтому как бы в этом отношении, думаю. Ну, я мала на увазі масковий режим, там повинні відвідувачі дотримуватись цього? Ну, тоді, коли вони знаходяться вблизі друг друга, звісно. Ну, скільки одночасно може перебувати на ковзанці? Ну, смотрите, как бы ковзанка 800 квадратних метрів. Тобто 800 квадратних метрів безпечна дистанція, у нас виходить зараз 1,5 метра на вулиці. Ну, как бы, якщо навіть у нас посетителей буде там 50, 60, 70 чоловік на площаді, то виходить більше 10 квадратних метрів на одного чоловіка. Добре, зрозуміло. Про графік роботи тепер хочеться у вас трошки розпитати, як цього року буде працювати ковзанка, як минулого року, це з 10 до 10 вечора, так? Ну, планируем с 10 до 10, за исключением могут быть часы технических ремонтов, какие-то там могут быть порывы, может быть, какие-то трещины, это же лед, он же все-таки намораживается, трещит, и подготовка его режут, и вот бывают часы, а то и там пару часов в день, там, к сожалению, у нас мы еще не обрели, так сказать, профессиональную машину Zamboni, которая... А что дается профессиональная машина? Ну, она просто как бы, это профессиональная машина Zamboni, которая как бы... Она сама срезает верхнюю часть льда, потом она его растапливает и талым льдом уже горячим заливает его, понимаете, и выравнивает. То есть, как бы, у нас, к сожалению, такой машины нет, это достаточно дорогостоящее оборудование. Оно стоит порядка 80 тысяч условных единиц, чтобы ее приобрести. Ну, поэтому обходимся теми средствами, которые есть, а так у нас в целом все остальное нормально. Так, вы сказали,
що ковзани, власне кажучи, ви здаєте в оренду, так? Да. Можна взяти за скільки це? Ну, у нас на сьогоднішній день можу сказати так, що у нас самые низкие, ми, можна сказати, моделировали ціни по Україні, по всій. У нас самая низкая ціна на посещення катка, у нас вона составляє 80 гривень для взрослих, 70 гривень для дітей. Це година? Ну, это сеанс, можно сказать, година, там чуть меньше, порядка 50 минут это получается. Угу. В ці кошти входить, я так розумію, и ковзани. Ну, не, у нас, в принципе, нет такого. Ковзани, не ковзани, люди приходят, они оплачивают деньги, как бы так, 80 гривен за посещение. Ні, я просто думала, що 80... С ковзанами. З ковзанами, да, так? Конечно. Але, власне кажучи, якщо у мене є свої ковзани, я то можу прийти з ними, так? Так, да. Ну, то ж саме придеться заплатити, потому що за льдом треба ухажувати. Зрозуміло, тобто скидок ніяких немає. Ну, очень, очень просто лед, понимаете, яка ситуація? Та, в принципі, їх нигде нету таких скидок, коли лед йде искусственный. Це ж лед, за которым треба ухажувати. Це сам процес очень сложный. Ковзани это у нас идут как дополнительная услуга. В принципі, у нас хорошие ковзани. Мы в прошлом году закупали достаточно большую партию чешских коньков Темпиш, которые себя, в принципе, уже оправдали в работе. Зрозуміло. Володимир Єгорович, власне кажучи, на ковзанах, наприклад, я не вмію кататися, ви хоча мене колись тренували, вчили цьому, але я таки не навчилася. І ну, таких людей, як я, думаю, багато в нашому місті, є такі люди. Власне кажучи, я не знаю, інструктор якийсь буде працювати, аби допоміг, я там, не знаю, навчив, ну, показав, знаете, як нас, потрібно це робити. У нас вже как бы сложилась така ситуація, що наш каток є постійні посетителі. І ті ребята, які приходять на каток, вони з удовольствием, якщо там попросять, они могут помочь, объяснить, рассказать. Да и мы сами, я с удовольствием помогу людям, если где-то покататься, потому что сам активно катаюсь на коньках, если есть возможность. Угу. Ну, в минулом році мы бачили на Красной площади, были установлены такие фигуры, скажем так, да, где дети они же и будут присутствовать. Они будут, так? Да, обязательно. Тобто, якщо ти не знайдеш інструктора, то можна, в принципі, ну, покататися з цією наш каток не рассчитан на то, щоб там проводились какие-то крупные спортивные мероприятия, все прочее, потому что он больше у нас каток для посетителя, который на улице находится, отдыхает. Ему захотелось просто покататься на коньках, получить хорошее настроение, послушать приятную музыку, которая будет играть постоянно на катке. То есть вот такая вот обстановка, атмосфера, выпить чай, кофе, который там тоже в торговой точке будет, и я думаю... Потом пойти с хорошим настроением. Тобто ресторатори будуть працювати, там чай, каву можна буде придбати, ну, чай, так? Чай, нічого такого не буде, ну, чай, кофе в одноразових стаканчиках, звісно, це, я думаю, буде. Зрозуміло. Володимир Ігорович, дивіться, в минулому році була така ситуація, що на Красній площі вишуковували щири, і люди стояли в чергах. Чому? Тому що, власне кажучи, була оця технічна перерва, так, і люди не знали, просто потрапляли в цю перерву і чекали, довго чекали, скажімо так. Графік можна якось побачити, ви знаєте, коли ці ми технічні перерви будуть? В свободном режиме, как бы так, посещение будет. А там будем смотреть, если будет у нас большое скопление людей, будем образовывать именно сеансы, которые будут проходить. То есть, ну, все зависит от того, мы же, как бы, люди идут к нам, мы рады. Ну, я не думаю, что будет такое большое скопление людей в этом году, это все-таки не площадь. Центральная площадь – это наше, так сказать, лобное место, куда приезжает и приходит огромное количество людей. Вот поэтому, посему и было принято установить ковзанку не там, где, а немножко... в центральному парку. А може бути, і там теж буде добре. Зрозуміло. До якого числа орієнтовно буде працювати ця ковзанка в центральному ну, парку? Ну, я думаю, що я говорив, десь до середини марта, до коли точно ми будемо працювати. Може бути, і більше. Це такий термін досить тривалий, скажімо так, ну, передбачений. Повних 3 місяці, я думаю, ми повинні працювати. Але якщо в березні буде світити сонечко, буде тепла ну, погода, то ви вже будете прибирати. Якщо у нас наступить повна пандемія, і ми будемо вимушені закрити на якийсь проміжуток часу, то ми його потім все одно відкриємо і будемо працювати. Так, хотіла запитати у вас з приводу локдауну, який хочуть запровадити вже після Нового року, як таким чином ви будете працювати? Ну, вы знаете, может быть, возникнут какие-то и будут какие-то ограничения, насколько я знаю, допустим, даже в Киеве возле здания президента, там тоже установили бескоштовно ковзанку. В принципе, ковзанка, люди же не будут не допускать, чтобы они вообще на улицу не ходили. Ну, будем смотреть, какие условия будут локдауна. Если это будет полный локдаун, тогда мы будем вынуждены на какой-то промежуток времени закрыться, за исключением, может быть, будет приходить технический персонал, чтобы просто поддерживать сам каток в условиях, чтобы он мог быть в нормальном состоянии. Володимир Ігорович, ну тепер особисто до вас хочу перейти. Вже поговорили ми про ковзанку, я думаю, містяни наші зрозуміли, що завтра можна приходити і да, вже завтра, власне, я думаю, починати кататися. Во второй половині дня ми точно відкриваємо нашу ковзанку. Вона у нас вийшла достатньо цікава, празднична, я думаю, людям повинно подобатися. Угу. А ви... Воно у нас кожен раз немножко різне виходить. Може бути, із-за того, що різна локація. Перший год ми все-таки
когда делали, мы где-то учились, благо, что мы связаны с компанией «Ледовых дел мастера», это харьковская компания, которая известна на всю нашу страну, они являются основными ледоварами, есть, кстати, даже и праздник «День ледовара» такой. Ничего да. себе. В Канаде отмечают всегда основными ледоварами нашими, которые занимаются этим. Они нас обучали о том, как с этим оборудованием работать. И, в принципе, у нас уже как бы есть определенный опыт. Ну, вот как бы мы, можно сказать, облагоустраиваем наш каток всегда по-разному. И он в этом году выглядит тоже немножко по-другому, поэтому, я думаю, людям будет интересно. Ну, ви кажете, він буде виглядати яскраво. У мене завжди вимальовується така картина, там ялинки, світяться ялинки, музика Нет, грає. Там немножко по-другому буде. Ну, теж буде цікаво. От якби, своя ізюмінка у нього буде. Так, Володимир Ігорович, особисто до вас. Ви ж на кавзанах у нас вмієте кататися, ви ас немножко. В цьому питанні ну, чи ні? Ас немножко вмію. Вмієте? Ну, нельзя сказати, що ас. Чому? Тому що є багато людей, які катаються набагато краще мене. Тому якби, ну, я вмію, наскільки вмію. Тобто завтра можна подивитися, як пан Володимир Хоченко буде показувати майстер-клас? Я сьогодні обов'язково повинен ще спробувати цей льот, покататися на ньому, хоча б немножко. Ну, перші люди повинні спробувати його. Тому, я думаю, Володимир Ігорович, з самого початку, коли ви тільки вчилися, як ви сказали, так, робити цю ковзанку в нашому місті і до сьогоднішнього моменту. От з першого року, які все ж таки проблеми вас спіткали? Що не вдавалося? Ну, очень тяжело было. У нас первый год было достаточно тяжелые климатические условия. То у нас как бы так, то снег, то град, то еще что-то такое, то дождь. Заливка самого катка достаточно сложный процесс, особенности, когда идут под открытым небом. Он, понимаете, он бывает под открытым небом, но с крышей. У нас крыши нету, и поэтому все атмосферные осадки, которые есть у нас, они нам идут на наш лед. Вот поэтому вот это возникало, возникали трудности. Потом учились заделывать те же самые ямки, которые возникают. То есть, как бы, ну, вот есть масса проблем. Борта, оно же как бы механизм, который работает, он всегда что-то откручивается, что-то отваливается, что-то ломается. И за ним надо постоянно следить, постоянно его приводить в порядок. Ну, вот такие процессы. Ну, первый год был сложный, и второй год был нелегкий. Я помню, когда у нас мы заливали каток, у нас был фактически целый день был туман, а туман очень сильно съедает лед, понимаете. Мы приехали, мы его залили, были так расстроены, когда утром пришли, а его уже практически нету там, понимаете. То есть, вот такой тоже эпизод был. Ну, с этими трудностями сейчас, если пойдет дождь, сильный дождь. Ну, будем вынуждены подождать немножко. Может быть, на день, на два придется нам закрыться. Это погодные условия. Мы, к сожалению, наше вообще коммунальное предприятие, это мы целиком и полностью зависим от погодных условий, которые нам предоставляет наш климат. Мы здесь ничего не можем изменить. Если идет дождь, у нас аттракционы не посещают посетители. Если что-то такое, любая погода, любое воздействие, которое у нас даже, я еще даже, вот, как бы такая поговорка, у нас в парке должна быть так называемая парковая погода, потому что если слишком жарко, у нас в парке людей нету, все идут к воде. Если слишком холодно, их тоже нету. Если дождь, тем более нету. Значит, у нас должна быть такая погода, не холодно, не жарко, когда посетителю комфортно, но они не пойдут на пляж, тогда они идут, может быть, к нам. Вот, ну, вот такая ситуация. Але досягти такого комфорту просто нереально, я думаю. Ну, буває не іноді. Володимир Ігорович, тепер з приводу ковзанки ми вже з вами більш ніж достатньо поговорили. Хочу запитати, власне кажучи, взагалі про цей рік 2020, яким чином він позначився на вашому підприємстві, наскільки важко вам було працювати? Ну, я можу сказати, що от за тот промежуток времени, который я работал в этом коммунальном предприятии, это уже достаточно долго, я скажу, пожалуй, это было не из самых трудных годов. Почему? Потому что мы вынуждены были открыться только лишь в конце июня. И мы не делали ярких, больших открытий, там, больших праздников, мероприятий, поэтому у нас, можно сказать, лайт-режим такой был. Фактически мы ничего такого не проводили. Ну и люди с большой осторожностью приходили в парк, поэтому у нас, как бы, если взять экономически, очень сложилось, неудачный год был. Хотя у нас был удачный очень зимний сезон. У нас очень хорошо отработал каток на площади в прошлом году. Мы остались очень довольны и планировали даже за те заработанные какие-то деньги что-то приобрести новое, но у нас это не получилось, к сожалению, потому что все у нас... А какие кошти вы смогли заработать минулого року? Ну, более миллиона гривен мы заработали за сезон. Зрозуміло. А скільки відвідувачів ви проводили якусь певну аналітику? Відвідали кожного? Точно, я вам не скажу зараз, ну, на там записано, тому що там, ну,
прилично людей было у нас. Зрозуміло. Особенно праздничные дни. Январь месяц у нас был достаточно такой хороший. Потом уже, естественно, когда каникулярный период и праздничные дни спадают, и посетителей, конечно, становится меньше. Володимир Ігорович, ну ви сказали, що в принципі цей рік 2020 був важким, занадто важким. Він не тільки, напевно, і для вашого підприємства, а на багатьох підприємствах він позначився. Але все ж таки плани на майбутнє, напевно, у вас є. І як ви нам казали попередньо, що ви хочете зробити Центральний парк культури і відпочинку таким сучасним, європейським. То що для цього потрібно і коли будемо розпочинати цей процес? Ну, ви знаєте, я скажу, це, мабуть, мечта не тільки моя, а мечта любого жителя нашого міста, щоб наш парк был действительно красивым. Мне бы хотелось, как я его вижу, чтобы наш город Чернигов, он исторический город, здесь действительно есть что посмотреть. У нас с нашим городом просто связана огромная история, прямо скажем, нашей. И люди сюда с удовольствием едут. И вот хотелось бы, чтобы наш парк показал, насколько еще и современный наш город. То есть сделать наш парк современным, интересным, чтобы он был, выделялся, отличался чем-то, чтобы он, естественно, был, имел разные категории для разных категорий населения должна быть зональность. То есть как бы для людей пожилого возраста там должна быть определенная своя территория, чтобы они могли собираться и проводить свои мероприятия. Для детей должна быть зона детских аттракционов и развак. Также для семейных должны быть аттракционы. Ну и экстрим-зона должна быть, где молодежь могла бы развлекаться более экстремально, более так вот это я вижу таким парк. Но обязательно должна быть отдельная фуд-зона, где люди могли прийти еще и перекусить, покушать, может быть какие-то фестивали, праздники, еды проводить. Ну то есть у нас парк большой, у нас парк красивый, город у нас зеленый. Рядом у нас красавица наша Десна, поэтому хотелось бы, чтобы наш и все это соответствовало там. И я скажу, что мечта у меня есть, у нашего мечтого главы Владислава Анатольевича Трошенко. У нас большие планы на это дело, я думаю, что он с большим удовольствием тоже намерен сделать это для жителей нашего города. Владимир, а чи варто розраховувати на зміну аттракціонів, які є зараз в Центральному парку культури і відпочинку, тому що багато із них уже, ну, не те, щоб вийшли з ладу, ні, вони працюючі, але хочеться трошки їх якось осучаснити, замінити, тому що вони вже занадто старі. Ну, я скажу, да, это есть такая проблема, но, к сожалению, аттракционная техника – это очень дорогое удовольствие, то есть как бы сфера услуг развак. Но я скажу так, что, в принципе, вот внешне они выглядят, может быть, не очень, как бы, как хотелось бы, но технически они все исправны, это я вам честно говорю. Почему? Потому что, в принципе, наша инженерная группа, она очень пристально следит за всеми нашими аттракционами, за всеми механическими, не дай бог, поломками и так далее и тому подобное. Ну, что-то сложно говорить, но у нас за эти годы у нас не было ни одной такой проблемы. То есть почему? Потому что прежде чем запустить аттракцион, у нас обязательно приходит группа, которая его обследует каждый день, то есть не раз там в неделю, каждый день они проходят обследование. И в принципе, как бы, когда у нас идет проверка, у нас обычно проверяет киевская компания, они приезжают и говорят, аттракционы, в принципе, такие же подобные аттракционы, у нас мало где в городах Украины стоят новые аттракционы. В основном они стоят вот такие вот, ну, устаревшие где-то. Но они всегда отмечают, что именно наши аттракционы в техническом состоянии, они как бы лучше, чем практически все, которые есть на Украине. Это тоже большой плюс. И я скажу, в принципе, такие же аттракционы, они сейчас выпускаются. К сожалению, просто что наши аттракционы, в основном, они все ейского производства, это Россия, Краснодарский край. И контакта сейчас нету, можно было, ну, сейчас же точно так же выпускается та же самая орбита, только она уже более новая, оскравая, но принцип действия, механизм все те же самые. Те же самые и колесо обозрения. Колесо обозрения у нас как бы, ну, это вечный аттракцион. Я скажу, такой паровозик, как у нас, надо еще по Украине искать, потому что у нас самая большая длина пути вообще по всей Украине, вот это вот среди вот этих детских маленьких паровозиков, я бы не хотел бы менять даже никогда. Зачем? Его можно внешний вид немножко изменить, что мы стараемся делать. Но в нем есть сама изюминка в том, что он старый паровозик, интересный, и в нем такая большая дорога, дистанция для детей, это интересно. Володимир Ігорович, я вам дуже вдячна за те, що ви знайшли час і завітали до нашої студії, за наше з вами спілкування. Я вас буду відпускати. Ще раз спасибо дякую. Большое. Та гарного вам катання завтра на ковзанах. Запрошуйте, до речі, містян, щоб вони приходили. Я с огромным удовольствием хочу пригласить всех жителей нашего города посещать наш каток, получать и проводить здоровый образ жизни в нашем катке. Хочу всех поздравить с наступающим праздником, завтрашним днем прекрасным Святого Николая. Будьте счастливы, чтобы вам в вашей жизни, в вашей семье всегда все складывалось, и вы получали от жизни те радостные моменты, меньше грусти.